Ты знаешь, как образуются облака? Облака образуются из миллионов крошечных капелек воды. А сейчас я расскажу тебе, откуда появляются эти капельки. Когда солнце нагревает землю, часть воды из океанов, морей, озер и рек превращается в невидимый газ, который называется водяным паром. Он поднимается высоко в небо. Там, на большой высоте, так холодно, что водяной пар снова превращается в капельки воды. А иногда даже в маленькие ледяные кристаллики. Вот что представляют собой облака. Ветер гоняет облака, и они изменяют свою форму. Во время своего путешествия облака проходят через различные слои воздуха. Иногда, когда они попадают в поток теплого воздуха, они исчезают.